Всем привет! Продолжаем рассматривать картины Жан-Огюст Доминик Энгр. Картина называется «Рафаэль и Форнарина». На картине изображена пара: великий художник XVI века Рафаэль и его Форнарина. История этого сюжета примечательна. Именно живописцы-академисты рубежа 18-19 веков создали полумиф, полубыль о прекрасной девушке Форнарине, музе гениального Рафаэля, которую он запечатлел на нескольких полотнах. Она, как считают специалисты, послужила прообразом знаменитой Сикстинской Мадонны. В 19 веке Мадонна стала классическим типажом. Она служила образцом женского идеала в полотнах живописцев академического направления. Рафаэль обнимает Форнарину и смотрит на созданный им на холсте образ. Эта сцена символизирует погруженность художника в мир искусства, готовность служить идеалам творчества. Вот такое описание я нашел картины Жан-Огюст Доминик Энгра «Рафаэль и Форнарина». Все, пока-пока, до свидания. Всего хорошего.